Приветствую всех! Я напомню, сегодня в эфире снова мега-шоу «Браво». Я его ведущий, Ванико Тархнишвили, и вместе со мной программу поведет красивейшая и прекраснейшая Руса Чачуа! Здравствуйте! Я рада всех вас видеть и уверена, что зрители «Браво» с нетерпением ждали этого дня. С большим нетерпением. Разумеется, ведь сегодня мы выбираем 9-го суперфиналиста, который вместе с остальными 9 конкурсантами предстанет перед нами в суперфинале. Один только из них станет победителем и владельцем автомобиля бизнес-класса Hyundai Sonata. Браво, браво, браво! Все хорошо знают, что у наших лоббистов нет предела, и они делают все, чтобы их избранники получили как можно больше голосов. Но тут же я добавлю, что как бы они ни старались, что бы они ни делали, судьбу наших конкурсантов в конце концов решаете только вы, телезрители. Только благодаря вашим звонкам мы определим, кто попадет в суперфинал «Браво». Разумеется, и Руса, у каждой передачи есть свои правила, в том числе и у той передачи, в которой принимал участие Ани Сирадзе. Сегодня именно она расскажет нам о правилах конкурса «Браво». Однако по определенным причинам сделает она это с большой осторожностью. Здравствуйте. В командах конкурсантов по два певца. А поддерживает их один известный человек. В состав жюри входит 5 человек. Они всего лишь записывают баллы. Только записывают баллы. А о певцах ничего не говорят. Во втором туре лоббисты делают все, чтобы спасти свои команды. А в финал переходит победитель. Большое спасибо, Ани. И, кажется, пришло время объявить состав нашего жюри из 5 человек, которые постоянно меняются. И вот они. Министр по делам молодежи и спорта Грузии Ладо Варзелашвили. Любимый всеми певец Гио Хусишвили. Актриса Гогола Каландадзе. Актер и хореограф Арчил Солокашвили. Чемпион Европы и мира по баскетболу, настоящий мастер спорта, господин Николас Дерюгин. Приветствуем вас, уважаемые жюри. Мы рады вас видеть, и я думаю, как жюри, так и зрителям не терпится увидеть на сцене наших лоббистов и участников, поэтому время объявить наших лоббистов. Итак. Да, сегодня на сцене «Браво» соберется много людей. У каждой команды по 2 лоббиста. Да еще каких! Уверен, здесь будет настоящее шоу. Итак, аплодисментами встречаем наших лоббистов. Команда номер 1, известный спортивный комментатор Дима Обуладзе. И рекордсмен в баскетболе Георгий Маркоишвили. Приветствуем вас. Приветствую. Спасибо, хорошо. Минутку. Георгий, давай ты встань вот так. Вот так. Договорились. Дима, а ты встань сюда. Вот так. Отлично. Георгий, какой у тебя рост, а? 2 метра. Только 2. Дима, а ты 2? Ладно, понятно. Все ясно. Ванико, ты тоже можешь там встать. Ладно, я постою здесь. А ты пока объяви наших следующих лоббистов. Итак, лоббисты второй команды. Актриса Нанка Калатадишвили и телеведущая Тико Садунишвили. О, приветствуем вас, прекрасные девушки. Займите ваши места. Здравствуйте. Приветствуем. Где? Мы вас ждали вас. Так, приветствия окончены. Я даже собиралась обняться. Нет, это пока рано. Это потом. Девчонки, парни сказали про вас, мы их победим, это правда? А что они имеют в виду? Смотря в чем. Ну, что, получил каверзный вопрос, да? Скажи, что мы имели в виду. Что именно? Я передал, как вы сказали. Они сами не знают, что имели в виду. Просто наша команда победит, вот и все. Ну да,
конечно, а как же? Ну да. Замечательно. А я тут вижу отца, между прочим, в одном из сериалов. Он играл моего отца. Да, замечательно. Папа, ставь нашим высокие баллы. Итак, защита у нас достойная. Я маму не вижу, но надеюсь на твоего отца. Да, прекрасно. Девушки, я присмотрю за вами через пару минут. У меня тут с парнями есть дело. Ради бога. Парни, представьте свою команду, если можно. Наша команда, это замечательные. Секунду, пусть скажет Маркос. Давай. Мы представляем команду. Она состоит из Важи Мания и Георгия Махарашвили. Важи Мания и Георгия Махарашвили! Отлично! Два очень прекрасных певца и человека. Прошу вас занять места около ваших лоббистов. А теперь пусть девушки Нанка и Тика скажут нам, кто их избранники. Тика сейчас отметила, какие они креативные, эти спортсмены. Какие креативные. А у нас самая талантливая, прекрасная, полная харизмы. И просто хороший человек, певица. И кажется, у них это генетическое. Это Софобедия. Софобедия! Какое простое представление. Браво, очень талантливый, очень симпатичный. Назовем его даже гуру грузинской песни. Гурамико Папуашвили. Приветствуем его, поприветствуем. Гурамико Папуашвили, пожалуйста, Гурамико. Займи место около твоих прекрасных лоббистов. А сейчас мне хотелось бы узнать о ваших специальных номерах. Давайте, парни, для начала вы. Что вы сделаете в специальных номерах? Ну, я буду делать то, что делаю с 6-7 лет каждый день. Буду ломать доски об руки и ноги, буду ломать керамиты и так далее. Значит, этим ты занимаешься каждый день. Вот и отлично. Это легко, да? Да, конечно, легко. Ну, разумеется, а это не опасно для жизни? Ах, какие тут события? Для меня не опасно, пусть другие будут осторожны. Ладно, об этом позже. А сейчас, девушки, скажите нам. Тихо говорит обычно смертельный номер. Смертельный номер. То есть мы будем петь. А еще и танцевать. Заранее извиняемся перед всеми певцами. Но зрители уже привыкли к необычным номерам. Хочу извиниться перед Мариной Беридзе. Справки из психиатрической больницы у меня пока нет, но я в порядке. Большое всем спасибо и от Отнеситесь к нашему номеру с юмором. То есть серьезно наше выступление оценивать не надо. Можно вас спросить? Ну и обязательно звоните нам по номеру 91-602. Нет, об этом позже. Минутку. Слушай. Нет, ну раз они сказали, тогда и мы должны, а как иначе? Это нельзя, просто нет. Ну вы посмотрите, а какие парни пришли подготовленные. Но об этом все-таки позднее. Ну простите, мы столько не сообразили, сколько вы, простите. Какие же вы креативные, с ума сойти. Да, это не только проявление интеллекта, это находчивость. Ты, наверное, собственными руками вышил надпись, да? Как еще? Конечно, можно еще что-то сказать? Пожалуйста. Я хочу сказать зрителям, что они тут еще долго не закончат, а нас впереди ждет целое зрелище. Так что давайте посмотрим, как сформировали свою команду Дима и Гио. По-спортивному. Начнем. Давай. Мы с Георгием выбрали Важу и Георгия, то есть Мания и Махарашвили, и думаем, что сделали правильный выбор. Я согласен с Димой. Думаю, это хорошая команда. Мне лично очень нравится, как они поют. Важа очень непосредственный человек, а Георгий, ну, в первую очередь его так зовут, не говоря уже об остальном. Мне запомнилась итальянская песня Георгия Махарашвили. А еще он был в прекрасной форме в Джо Старе. Смотрите, как я закидываю мячи. Надеюсь, они тоже победят. Мы поможем и сделаем все для того, чтобы они победили. Молодец, Дима, молодец.
Николас Дерюгин неправильно это оценит. Нет-нет. Вот этот романтичный прыжок был особенно интересным. Как они прыгнули. Не проблема, мы можем повторить. Мое сердце этого не перенесет. Вот так, вот так. Я уже вижу, что шоу будет действительно интересным. А вы что можете, ну-ка? Друг на друга мы не напрыгиваем. Девушки, можно мне с мужчинами поговорить, а? Да, пожалуйста, но этот их прыжок прямо неудобно, прямой эфир. Парни, давайте поговорим о спорте. Насколько я вижу, для баскетбольной команды вам не хватает одного человека. Да. Мы здесь. А я вам помогу. Вот и команда, отлично. Теперь скажите, кто выступит первым? Итак, первым. Пусть Георгий скажет. Ладно, пусть скажет. А первым от нас выступит Георгий Махарашвили. Самый талантливый и самый классный певец. Ну, вперед, Руса! Итак, участник команды Димы и Георгия, Георгий Махарашвили. Egypt land, let my people go. Oppressed so hard they could not sound. Let my people go, yes. Cuts and go down, Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaoh to let my people go. Махарашвили. Это человек из команды Димы и Георгия. Молодец, Георгий. Большое спасибо Георгию. Большое спасибо парням. Попросим жюри оценить выступление Георгия. Ладовар Дзелашвили. 10 баллов. Геохусишвили. 9 баллов. Гогола Каландадзе. 10 баллов. Арчил Солокашвили. 10 баллов. Николас Дерюгин. 10 баллов. 49 баллов. Прекрасный результат. Георгий, ты не нервничай, все хорошо. Займи место около своих лоббистов. Я хочу сказать, что твои лоббисты подготовили основательную пиар-акцию. И ты это сейчас сам увидишь. Посмотрим видео. Прошу вас.
На передаче «Браво» я буду лоббистом Важи Мани и Георгия Махарашвили. Я хочу начать уже сегодня нашу пиар-компанию. Наш номер... Мы обязательно их поддержим! Да, я откровенно пользуюсь сейчас прямым эфиром. Вот у нас есть уже небольшое превосходство над противниками. Большое спасибо, что пришли сегодня в нашу студию. Я сообщаю, что завтра в эфире пройдет мега-шоу «Браво». И поддерживать Важу Мани и Георгия Махарашвили будем мы. Баскетболист Георгий Маркоишвили и я. Хочу передать Георгию майку. В «Браво» он предстанет немного в необычной майке. Большое спасибо. Журнал «Рейтинг» Ниноги Гишвили. Нас интересует, как именно вы собираетесь поддерживать вашу команду. Хотел бы, чтобы это осталось в секрете. Но раскроюсь и скажу, что я и Дима исполним смертельный для жизни номер. Итак, поддержите команду Георгия Маркоишвили. Номер 91-601. Дима, вы, наверное, понимаете, что мы ждем от вашей команды только победы и выхода в финал. Мы очень нервничаем, мы выполним действительно опасный номер, и вот наш номер. Ждем вашей победы на Руставе 2. Мы не просим, а второе место. Ладно, поддержите нас. Просим, просим, поддержите нас. Последняя фраза мне понравилась. И я хочу обратиться к девушкам. Они не номера исполняют, а у них конкуренты опасны. Ну, это само собой. Вот как? Да как же. Какой был вызов. Точно. Как я могла это надо упустить? Было еще что-то сделать. Хочу спросить Тыку. Тыка, тебе понравилась пиар-акция? Сюжет? Там не было ни одного дизайнера или диджея? Ну, вообще-то да. Было немного примитивно. Да, примитивно. Надо отметить. Спасибо. У нас тут наши люди. Мы знали, куда идем. На Руставе 2. Да, мы это знали. Мы пока не видели, что вы предложите. Ситуация накаляется, Руса, мы должны ее проконтролировать. Хотя я удивляюсь тому, сколько сделал Георгий. Такая серьезная пресс-конференция. Погоди, а как это Дима так закинул мяч? Я хорошо подготовился к сегодняшнему дню. Минутку, папа. Ты веришь, что Дима Абаладзе действительно сумел так закинуть мяч? Ничего не слышно, шум какой-то. Веришь? Я перезвоню. Меня пригласить на сцену. Перезвоню, говорю. Участника команды Димы и Георгия, Важу Мани из Джиостара. You can't run up and give.
Важа Мания! Браво, Важа! Браво. Важа Мания из команды Дима и Гио. Молодец, Важа. И до того, как жюри оценит выступление Важи, я хочу сказать девушкам спасибо. Не поддерживайте наших соперников. Почему вы их поддерживаете? Почему? Нет, мы всего лишь показали зрителю надпись «Браво». Нет, вы поддерживали их номер. Нельзя. Больше всего помогли нам вы, девушки. Большое спасибо. Нам не хватало красоты, теперь есть и это. Не будем накалять ситуацию, все хорошо. Но вы же нам помогли. И до того, как жюри оценит выступление Важи, я попрошу парней выйти на сцену. Именно исходя из оценок жюри, мы узнаем, кто пройдет во второй раунд из команды Дима и Гио. Сюда. Я стою на своем месте. Просим жюри оценить выступление Важи. Пожалуйста, жюри. Ладо Вардзелашвили. 10 баллов. Гио Хуцишвили. 10 баллов. Гогола Каландадзе. 10 баллов. Арчил Солокашвили. 10 баллов. Николос Дерюгин. 10 баллов. И я думаю, результат ясен, если выражать по-спортивному, со счетом 49-50 во второй раунд из команды Димы и Гио переходит в Важа. Мания. Мания. Совсем скоро мы узнаем, кто станет избранником жюри. Из команды Нанки и Тики. Совсем скоро Браво вернется в эфир. Не переключайте. Итак, Браво вновь в эфире. Хочу напомнить вам, что жюри уже сделало свой выбор относительно команды Димы и Гио. И в следующий раунд перешел Важа Мания. А совсем скоро мы узнаем, кто станет избранником жюри из команды Тики и Нанки. Обязательно. Но до того, как мы увидим выступление участников их команды, давай посмотрим, как Нанка и Тика ее собрали. Давай посмотрим. Приветствую вас. Не удивляйтесь, это не канал Имеди. На этот раз это Рустави 2, и мы попали на передачу «Браво». Наверняка многие удивились. Мы выбрали двоих необыкновенных людей. Софобедия и... Горенько Папуашвили. Гурамико является талантливейшим. У него необыкновенный голос. Он очень харизматичен и может исполнить любую песню любого стиля. Он просто молодец. Софобедия, почему именно она? Потому что она очень талантлива, потому что она может исполнять песни любого жанра. И она показала это в шоу «Джиастарк». А я слышала исполнение Софобедия в клубе, и мне очень понравилось. Это было давно, и я помню, что у меня прямо дрожь по телу побежала. Каких классных людей мы обнаружили, а? Мы дарим вам этих двух людей. Дарим вам. Ну-ка, девочки, как вы? Прекрасно. А чего мне нервничать? У тебя как дела? Да нет, все нормально. Ванико, я тут. Простите, ой, мы в эфире, да? Значит так, парни из мужской команды уже спели. Нет, это не то, о чем ты думаешь. Русудан, не волнуйся, он в надежных руках. Но я надеюсь, сестричка. Вот, отлично, ребята, вы уже спели. Ну, конечно, тут все на шоу «Браво». Ты работаешь. Я хочу сказать, что участники из команды парней уже спели, так или иначе, мы уже знаем их возможности. Парни, мне прийти? Как настрой, девушки? Отличный. Иди, Руса, иди, они тебя зовут. Тем более, что Ванико здесь сидит. Будьте со мной, не уходите, я сейчас вернусь. Я вот тут передачу веду просто. Прекрасно. Скажи-ка, кто первым выступит из вашей команды? Талантливейшая, красивейшая. Я могу сказать очень много эпитетов, но лучше, чтобы зритель сам услышал ее необыкновенное исполнение. На самом деле, она не нуждается в нашей рекламе. Софобедия! Здорово! Итак, участница команды Тики и Нанки Софобедия из Джо-Стара. Hey!
Браво, Софо! Браво! Закончилось? Браво! Браво! Оказывается, закончилось. Я так увлекся танцем, что забылся. 91-602! Браво, Нанка! 91-602. 91... Придет время. Да-да-да-да-да. Но пока еще рано. Я скажу, когда. Я предупрежу вас. Чтобы все было хорошо. Ладно, итак, Софобедия, просим жюри оценить. Хочу взглянуть на жюри. Ладо Вардилашвили. 10 баллов. Геохус Ишвили. 10 баллов. Гогола Каландадзе. Хотела оценить в 19, но максимально только 10. Ачикоса Лагашвили. 10 баллов. Николос Дерюгин. 10 баллов. Всего 50 баллов. Спасибо. Браво, Софо. Прекрасный лоббист. Прекрасно. Присаживайтесь. Ты все думаешь о лоббистах. Ну, а что поделать? Поделать нечего. Да-да, присаживайтесь на диван. Слушаю. Браво, 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 браво. Вот, ребята говорят браво. Молодцы, ребята. Совсем скоро мы увидим, какую пиар-акцию провели Нанка и Тика. Нанка и Тика. Уже 7-й день в Тбилиси проводится Тбилисский международный кинофестиваль. Я сегодня пришла в кинотеатр Амирани посмотреть один из фильмов. Пора. Нанка Калатазишвили. Да, привет всем. Итак, должна использовать свою работу. И одним выстрелом убить двух зайцев. Я пришла к тебе, чтобы быстрее раздать, потому что очень холодно. А что мы раздаем? Раздаем вот это. Номер 91-602. Обязательно звоните. Дело в том, что мы с Нанкой выступаем в Браво. Поддержите нас. Зрители Тбилиси Лайва. Прошу вас, поддержите. Мы полны надежды, ведь так? Звоните. Это будет интересное шоу. Болейте за нас. Болейте за нас. Еще не закончилось. Нет, закрывай. Через сколько? Спрячемся и неожиданно нападем. Нене, писательница. Нене, как тебе фильм? Куда ты, куда? Убежала. Подойди к нам. Понимаешь, что происходит? По-моему, все бегут на автер-парти. Стой, ты должен позвонить. Куда ты? Куда идешь? Убегаешь? Ничего не получается. Они убегали с такими лицами. Как же все это сложно. Давай побежим. Давай разработаем стратегию. Ты направо, я налево. Да. Теперь у нас новая стратегия. Давай, окружаем их. Хорошо? Поддержите нас, браво. Обязательно поддержите. Номер? 91-602. 91-602. Болейте за нас всей семьей. Мы вместе с Нанкой. Что поделаешь? Такой тандем. Что делать? Вот так лучше. Вот. Ну ты мне номер скажи. 91-602. Нанка хороша сама по себе, а со мной еще круче. Поэтому звони. Обязательно. Обязательно. Значит, договорились? У меня больше не осталось. Все. У меня тоже все. Вот, нет у меня больше. И у меня ничего нету. Думаю, хорошо поработали? Да. Сил не жалели, меня хорошо приняли. Увидела много знакомых, я счастлива. Ну, пойдем. Пойдем. Поработали на славу, сил не жалели. Видно же было, что отработали. Ни одного журналиста не потревожили, в отличие от Георгия. Пятерым раздали, из них четверо были знакомые. Это монтаж. Ты даже не знаешь секрет монтажа. Очень сложно быть знакомым, показывать, что ты чужой. Нет, нет, мы были на премьере Алико Цабадзе, и там были все знакомые. Было неплохо, неплохо. Вы правы, мужчины всегда правы, конечно, так и есть. Да, эфиром вы признали, что мы нравимся вам. Так скажите. Во время рекламы эти два юноши стояли на коленях, с ума сходили по Нанке и Тико. А как только в эфире, ой, да, ладно.
Все раскрылось, все. Скажи вслух, правду, сознайся. Нет, классная была пиар-акция. Очень многие говорили об этом. Нечего добавить. Ладно, я думаю, пора, ребята, мальчики и девочки, объявить второго члена вашей команды. Руса. Второй участник команды Нанки и Тико – Джи Астаровец Гурамико Папуашвили. Another day is gone. I'm still alone. How could this be? You're not here with me. You never say goodbye. Someone tell me why. Did you have to go? Браво, Гурамико, под твои песни народ танцует. Браво, девочки. Браво, браво. Большое спасибо. Большое спасибо всем, тем более Гурамико. И пока жюри оценит Гурамико, я хочу попросить девочек подойти к нам. Все? Да-да, все. Нас три девушки. Все три девушки. Не считаю Русу, поддержите нас. Спасибо, Руса. Такой понятливой всегда была бы. Русудан, иди подальше и не ревнуй. Что поделать, смирилась. Очень хорошо. Время оценить Гурамико. Ладо Вадзилашвили. 10 баллов. Гио Хосишвили. 9 баллов. Гогола Каландадзе. 10 баллов. Арчил Сологашвили. 10 баллов.
Николас Дерюгин. 9 баллов. Результаты понятны во второй раунд. У Гурамико 48, а 50 баллов было у Софо. Следующий раунд от команды девушек переходит Софо Бедия. Гурамико, с тобой мы прощаемся. Займи свое место. Поздравляю, Софо. Нет, вы оставайтесь. Вы тоже к нам присоединяйтесь. Подойдите, мальчики, идите. Давайте все объединимся. Дима, только ты спустись вниз. Мы так едины. Спускайся, Дима, спускайся. Вот так. Вот так. А ты не закомплексовывай. Не комплексуй Диму. Знаешь, если он не говорит в эфире, как мы нравимся ему, то буду. Из команды Димы и Гио ваша мания. От Сикой Нанки вышла в финал Софо Бедия. В этом раунде они предстанут с конкурсными песнями. И с этой минуты им присвоены номера, на которые вы, дорогие телезрители, обязательно должны позвонить и выбрать суперфиналиста «Браво». И я хочу напомнить, обязательно позвоните своему избраннику, если хотите, чтобы он вышел в суперфинал «Браво». Зрители уже известны ваши номера, теперь прошу, сами объявляйте свои номера. Спортсмены не умеют говорить, только майки приготовили. 91-601, так? Да, 91-601. А ты Гео? Вот, да. А с тобой мы потом поговорим. Спасибо, Дима. 91-602. И с этой минуты, именно с этой минуты, вы можете позвонить своему избраннику и отдать ему свой голос. Значит, номер команды Дима и Гио 91-601, а номер девушек 91-602. Спасибо! А еще раз, они не поняли. 91-602. Отлично. Нет, один, единица. Не слушайте их. Ребята, ребята, какой ваш специальный номер? Так, еще мы напомним. Они же не умеют говорить, оставьте их. Нет, мы будем сейчас действовать, а не говорить. Думаю, это очень интересный номер. Каким для нас он был интересным, так и других заинтересует. И постараемся завоевать все-таки симпатии. Какой, какой? Что будете делать? Поддержите нас. Это позже, это позже. Ну хорошо, позже. Полон оптимизмом, Гио. Просто я развлеку, а ты поговори с ребятами. Чем ты нас развлечешь? Не справишься. Скажите, какой у вас специальный номер? Наш специальный номер, Дима, о своем вы уже сказали, можешь остановиться. И мы уже сказали, сейчас наше время. Ясно. Мы споем и станцуем. Конечно, это все нужно посмотреть с юмором, но с полной серьезностью звоните 91-602. Добавь. Не-не-не, подождите, подождите. Я не могу остановить эфир, поэтому не переключайте. Браво, скоро вернется. И вновь в эфире «Браво». А пока наши лоббисты готовят специальные номера, хочу напомнить, что вы делаете свой выбор между вашей манией и Софо Бедия. Поэтому активничайте и звоните на номера. Номер вашей мания 91-601, а номер Софо Бедия 91-602. Помните, что ваша и только ваша мобильная поддержка выведет одного из них в суперфинал «Браво». И я думаю, время вернуться к нашим лоббистам. Как я знаю, их номер не на жизнь, а на смерть. И здесь же я хочу сказать, что-то невероятное совершили Дима и Гио. Они весь день бродили по стройрынку, чтобы добыть материал, точнее доски, которые они обломают о свое тело. Или Ава. Давай здесь посмотрим, раздобудем что-нибудь. Да здесь есть все, что нужно. Ну, конечно, вот. Чьи эти доски? Нормально. Чё, нормальная доска? Да-да. Не, подожди, этим ты должен... Ты будешь меня бить? Нет, подожди, совесть потерял. Покажи потоньше. Ну, что скажешь? Нет-нет, такой не имеет смысла никакого. Вот. Вот, по-моему, для победы самое нормальное. А? Как ты думаешь? Слушай, что я тебе такого сделала? Да ничего, просто... Я говорил, что это плохое о твоей игре. Если хочешь, убей меня, убивай. Да ладно, пойдем. Ладно, хорошо, мы посмотрим. Где вы найдете доски, а? У выставки. А, там. Что скажешь, какой у него голос был, да?
Да. Думаю, те были лучше. Что скажешь? Да, вот. Вот да, эти. Да, вот это нормально уже. Ну, иди уже. Я опять... Ну, не знаю, Дим. Оставь, просто выставили, вот. Вот. Тоже неплохая. Ладно, что хочешь, то и делай. Господи! Итак, мы сейчас готовимся к очень опасному номеру, который исполнит Дима Обуладзе и Гио Маркуишвили. Но тут же хочу сказать, что это опасно не только для них, но опасно и для публики, жюри. Прошу переместиться в безопасное место. Просим переместиться. Мой вам совет. Девочки, вы тоже. Наших участников тоже прошу переместиться. Да-да. Вам решать. Это опасный номер. Знаешь что? Я всегда буду стоять рядом с творческим человеком. Пойдем. Ладно, стой. Я так не люблю Диму и Георгия. Хорошо, иди в безопасное место. Так лучше пойду сама. Спасибо жюри, спасибо участникам. Итак, на сцену мы приглашаем Диму Обуладзе и Георгия Маркуишвили. Итак, приветствие. Приветствие окончено. Дима готовится к специальному номеру. И тут же я хочу сказать, что на помощь к специальному номеру Дима и Гио позвали полуфиналиста «Момента славы» Корнели Майсашвили. Приветствую. Приветствую тебя. Побегите Диму. Дима. Прежде чем начать номер, мне сообщили по микрофону, что ты не должен переживать. Они уже ищут замену. Не думаю, чтобы она понадобилась. Ну-ка посмотрим. Минуточку. Простите. Я знаю. Это больно. Не знаю. Давай, Дима. Ой, как же больно. Не сдавайся. Ну как ты, Дима? Руса, отойдем. Секундочку, вы готовы? Тогда ты готов? Говори в камеру. Раз, два, три. Ой. Плохо ему. Браво! Отлично. Хорошо, что жив. Минуточку. Дима еще приготовил что-то, не так ли? Дима, не надо. Разойдитесь. Раз. Браво! Браво, Дима. Иди к нам. Как ты? Георгий, нужен? Как вы? Быстренько, небольшой тест. Ванико, это просто. Тика, иди сюда. Девочки, подождите, Диме нехорошо. Минутку, иди сюда. Вот так надо. Вот так. У меня даже лицо не изменится. Поверни руку сюда. Давай, Тика. Раз, два, три. Молодцы, девочки. Спасибо большое, девочки. Дима, у меня к тебе два вопроса, чтобы узнать, хорошо ли тебе. Сколько пальцев? Отлично, 3, да? 10, номер Барселоны. Кто играет? Месси. Месси, отлично, хорошо, все, самая реальная игра. 3, да? Да, 3. Ему плохо. Реал, Вильярреал и Реал Сосьедад. Ему хорошо, Диме лучше. Будто его ударили. Да, если он не перестанет, я точно его ударю. Думаю, срочно надо объявить... Срочно нужна скорая. Новую конкурсную песню. Руса, как ты умеешь? Итак, прежде чем ваша мания предстанет с новой конкурсной песней, узнаем, что для него значит попасть в суперфинал. Браво! Браво!
Я очень рад принять участие в этом проекте. Я был финалистом в Джо Старе в 2000 году вместе с Нодико Татишвили. Выиграть не смог, но завоевал большую народную любовь, что для меня очень значимо. Сделаю все, чтобы попасть в суперфинал «Браво». Будьте активны и звоните на номер 91-601. И сейчас просим на сцену участника команды Георгия и Димы Важу Мания с новой конкурсной песней. Вперед! Мания, молодец, браво. Хочу напомнить зрителям, если хотите увидеть Важу Мания в суперфинале «Браво», тогда звоните ему на номер 91-601. Молодец, Руса. Спасибо. Ну что там, девочки? Уже иду. Дима крадет чужие идеи. Что? Ничего. Делал майку с надписью «Браво». Как только написалось 91-602. Ага. Плагиат. Да, у тебя есть говорю. Телефон? Телефон? Звони нам. Минутку. Могу я одолжить. Вот. Возьми. Звони. Можешь звонить? 8 или как там? 91-602. Отлично. На счету есть. Звони много раз. Много-много. Мы же богачи. Давайте скажем, что вы противопоставите ребятам? Сами видели, да? Среди ребят хватит от нас офобедия, не говоря уже о наших песнях и плясках. А самоотверженность?
А моя жертва бумагу разорвала об руку. А, ну большие жертвы, да. Посмотри, в каком состоянии рука Нанки. Шрамы, шрамы, но у меня даже лицо не изменилось. Он руку тянет. Минутку, я сейчас вернусь к вам. Итак, после такого тяжелого и болезненного зрелища, которое нам показали ребята, нас ждет по-настоящему нежный и воздушный номер девушек. Мы не мазохисты. И значит, если вы хотите видеть вашу манию в суперфинале, звоните ему на номер 91-601. Если хотите, чтобы попала Софобедия, тогда... Попала Софобедия. Повтори два раза. 91-602. 91-602. Если мы не уйдем на рекламу, я повторю еще много раз. Вернемся с интересным зрелищем скоро. И «Браво» вновь в эфире. А я напомню телезрителям, что от их активности зависит, кто станет 9-м суперфиналистом «Браво». Будьте активны. Абоненты Макси, Джо Села и Билайна. Звоните. Ваша мания 91-601 и Софобеде 91-602. Обязательно звоните. И я еще раз вам напомню, что только от вашей мобильной активности зависит, кто попадет в суперфинал «Браво». Немедленно станьте активными и звоните вашим избранникам. А сейчас настало время посмотреть, как девочки готовились к специальному номеру. Маэстро, начинайте. Я в шоке. Мы зашли с такими лицами, как будто сейчас... Не знаю. Придется здесь ночевать. Это мы посмеем сделать в прямом эфире. А это я, худенькая. Это я? Да, это я. Я же уже сказала. Нет ни голоса, ни совести, но мы все равно споем. Смотрите на все с юмором. Чем больше будете улыбаться и смеяться, тем больше продлите себе жизнь. Вот этого я боюсь. А я больше ничего не боюсь. Ничего. И шпагат. Начинай. Я присоединюсь. С чего начать? Так, разогрев. Это упражнение делают перед родами. Фактически, еще чуть-чуть. Сколько сантиметров осталось? Нанка, взгляни, измерь. 10. 10? Да, в час на 1 сантиметр. Если присяду, то 10 часов хватит. Итак... Нанка Калатузишвили и Тико Садунишвили.
Нанка и Тико! Браво! Вот это опасный номер! Номер опасный для жизни, только для представителей мужского пола, правда, для ребят и для меня. Браво, девочки, браво! Ванико, иди сюда. Подойдите. Было классно. Я совсем не смотрел на это с юмором. Так было классно. Занимайте свои места, прошу вас. Большое спасибо. Спасибо девочкам. И время попросить на сцену Софобедия. И прежде чем она исполнит новую конкурсную песню, узнаем, что для нее значит... Что же для нее значит попасть в суперфинал «Браво»? Очень рада, что принимаю участие в таком замечательном проекте, как «Браво». В 2009 году была финалистом «Джаз-стар». К сожалению, не выиграла, но это зато приобрела награду в виде народной любви. Поэтому я просто обязана достойно выступить, выиграть и выйти в суперфинал. Абоненты Макси, Билайна и Джо Селла, активизируйтесь и звоните на номер 91-602. А сейчас на сцену просим участника команды Нанки и Тики Софобедия с новой конкурсной песней. I don't know where to find you. I don't know how to reach.
молодцы. Браво! Софо! Браво! Браво! Софо Бедия! Большое спасибо, Софо. И напоследок я напомню зрителям номера обеих команд. Номер команды Димы и Гио 91-601, а номер команды Тико и Нанки 91-602. Обязательно активничайте, поскольку остается совсем мало времени до окончания голосования. Да, действительно, остается все меньше времени, поэтому активизируйтесь. И правда, осталось совсем немного времени, чтобы ваш избранник попал в суперфинал. Браво! Я хочу попросить всех подойти, мальчики, девочки, ребята, подходите. Давайте. И перед тем, как мы узнаем сегодняшнего победителя, я хочу попросить жюри оценить сегодняшний вечер. Ладо Вардилашвили. Осим. Приветствую. В первую очередь хочу отметить, я под впечатлением, поскольку смотреть это шоу вживую гораздо лучше. Так оно красивее и эффектнее, чем я видел его на телеэкране. Также спасибо обеим командам за красивое шоу. Красивое впечатление, красивое представление. Сначала начну с девушек. Нанка, Тико, вы необыкновенны. Спасибо, благодарю. Софо, ты просто слов нет. Мы же не подвели Софо? Нет, нет, вы очень талантливые, очень классные. Поздравляю и желаю успехов. Спасибо. А что касается наших ребят, не раз уже они нам доставляли удовольствие. Я бы здесь же опротестовал, что о руки и ноги Марко и Швили были разбиты доски. Поэтому хорошо, что Дима взял это на себя, потому что у Гио очень скоро важная игра. И вам тоже. Браво. Вот многие ищут таланты, а у нас в студии талантливый человек, и не надо долго искать. Важа, ты очень сильный. Важа. Ты просто молодец. Спасибо. Вот так-то. Гио Хуцишвили. Я тоже не могу скрыть эмоции. Одним словом, огромное спасибо тем людям, которые создали эту передачу. Это и правда чудо. Таких передач очень мало в Грузии. Она очень качественная, поэтому спасибо всем, кто работал над этой передачей. Приветствую ведущих, потому что вы самые красивые и лучшие. Руса, по тебе я схожу с ума. И поэтому хочу сказать вам, что я завидую вам белой завистью, потому что всего этого не было в моей молодости. А у этих людей, только представьте, какая мотивация, вживую, с живой музыкой, так красиво, в таком обустроенном зале. Я же говорю, что завидую вам. И еще раз скажу, что грузины очень талантливые. И у нас очень талантливая молодежь. И тем двум молодым людям, которые нас покинули, хочу пожелать красивого и счастливого будущего, потому что они оба очень талантливые, очень хороши. А что касается сегодняшнего дня, говорю правду. Такого вечера в Тбилиси я не помню. То, что сделал Дима, ну, даже не знаю. Это сильно повлияло меня, и я очень испугался, честно говоря. Я тоже. Ты тоже? Я видел. Девушкам скажу, что они несравненные. Вы так танцевали и пели, Нанка и Тико, что даже и не знаю. Софо, поздравляю. Важа, поздравляю. Вы очень хороши. Так и продолжайте. Говорю спасибо Руставе 2 и Пику, что дали нам возможность услышать музыку и увидеть такую качественную передачу. Я же говорю, я просто ажитирован. И спасибо всем. Огромное спасибо. Большое спасибо. И перед тем, как Гогола выступит со словом, вы можете уже передать микрофон. Я просто хочу сделать небольшую вставочку. Хочу обратиться к телезрителям. Как вы видите, на экранах идет очень равная борьба, поэтому у вас еще есть время позвонить. И будьте активны. Да, ты права. Спасибо. Просим Гогола. Большое спасибо за сегодняшний день. Этот день был настоящим праздником. Вы все очень красивые, хороши, талантливы. И сегодняшнее настроение, наверное, сохранится у меня надолго. Браво. Большое спасибо. Большое спасибо. Арчил Сологашвили. Ну, что сказать. Я счастливый человек, что нахожусь сегодня здесь, и что я часть такого необыкновенного вечера, сидя на этом месте. Огромное спасибо. Браво. Ты доволен? Браво. Ты доволен нами, нашими танцами? Очень, да? Очень. Спасибо. Браво.
Большое спасибо за сегодняшний день. Огромное удовольствие подарили вы мне сегодня. Давно я не был в эфире. Мне очень понравилось. Я хочу поблагодарить всех создателей и поблагодарить вас за приглашение в это шоу. Я получил огромное удовольствие. В первую очередь я хочу поблагодарить всех наших красивых конкурсантов. Хочу сказать Нанке Калатозишвили в первую очередь. Нанка... Папа! Доченька, если можно, я подойду и поцелую твою ручку. Браво! Вот и встретились, браво, папа и дочь. Я очень тебя люблю. Между прочим, Дима, мы тоже играли вместе. В сериале. Сказать в чем? Да, в сериале. В сериале? А мы в баскетбол вместе играли. Вкус пыли. Вкус пыли, да. Так что мы играли вместе. Только папу убивают. Я еще хочу. Не хотите больше никого поцеловать? Нет, хочу пожать руку. Спасибо большое, спасибо. Только тосты. Ты же видишь, Дима скрывает, когда хочет сказать что-то, говорит за эфиром. Большое спасибо. Спасибо. Большое спасибо господину Дерюгину. Спасибо. И вот наступает самый решающий момент передачи. Число звонков примерно равное, Ванико. Да, почти вровень, так что у нас еще есть время. Сколько у нас времени? Звоните 91-602. Быстро. 10 секунд. Да-да-да-да, 10. 91-602. 601-601, быстрее. Друзья, осталось всего 10 секунд. И время пошло. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давай результат. И голосование прекращено. Всего поступило 19 746 голосов и 50,1% от этих голосов досталось одной команде. И по решению зрителей в суперфинал «Браво» переходит Софобедия! Поздравляю тебя, Софо! А мы встретимся в суперфинале! Там перед нами предстанут 10 конкурсантов, и мы определим победителя! Браво! Скоро «Браво» вернется вновь в наш эфир. И на этот раз уже с 4 новыми конкурсантами. И их лоббисты смогут еще раз попытаться помочь им в победе. До встречи! До встречи! Режиссер дубляжа Каха Мелитаури. На русский язык фильма озвучивали актеры Алла Мамонтова, Натия Кавсадзе, Заза Якашвили и Сарго Кения. Фильм озвучен телекомпанией «Пик» в 2012 году.